А теперь великий шеф-повар Франсуа даст вам особый секретный рецепт приготовления фины. Это самое вкусное блюдо, которое вы когда-либо пробовали. Такой тонкий аромат, такой изысканный вкус, он украсит ваш рот. Вы готовы? В кастрюлю с кипящей водой положите две моркови, две луковицы, стружковую фасоль, паприку, два яйца, щепочку петрушки, щепочку перца. И последнее, и самое главное, одну маленькую свежую рыбу.